Вот видите этого человека? Это самая настоящая крыса просто. Вот видите эту крысу красную? Это ты меня крысой называешь? Да вы на эту крысу голубую посмотрите, вы вспомните, сколько раз он вас из-под тишка убивал. А я чё? Ну, я просто профессиональный предатель, это всё. Костя, ты мне был другом, но сейчас ты ля ты крыса какая. Эту войну начал не я, но закончу её я. И как ты закончишь? Вы еще только на него посмотрите! Он угрожает моей жизни в прямом эфире! Ты на меня покушаешься, Костя? Карась, выкидывай его за борт. У нас демократия или что-то тут... Господа, господа, у меня новое... Ты вообще рот закрой! Ты иди сядь обратно! У нас тут пацанские разборы, вот это, бабам слова не давали! Ты чё своих пацанов вот это в разговор запихиваешь? Карась, иди сядь или бан сейчас получишь. Подожди, я не понял, кто это. Ты чё ляпнул, крокозябра? Чё? За слова отвечай перед законом. Отвечаю. Кто тут крыса? Ты. Я тебе вообще предлагаю начать игру, а не ссориться. И вот сейчас мы посмотрим, кто из нас крыса. Кто станет предателем, тот и крыса. Ага, пошли. Ля ты крыса, опять от разговоров уходишь. Всё с тобой понятно. Какой шанс того, то что мы с Костей в одной игре станем предателями? Именно после того, как мы только что с ним выясняли отношения. Это, походу, намек какой-то в этой вселенной, то что мы, походу, с ним две крысы. Ну, зато не я одна, как он говорит. Костечка, походу, тоже крыса еще та. Наша цель с тобой, Костечка, это сейчас как можно быстрее выиграть. Просто берем, выключаем свет, Мия туда побежала, я бегу за ней и... Господи! Да! И обратно. Никто же не увидел то, что... Он даже меня не заметил! Но я шел из лаборатории, выхожу такой, и нашел труп около правого реактора саботажа. Больше ничего не знаю. И чё, ты там совершенно никого не видел, что ли? Ну, вдалеке я видел только Костю, но это вряд ли он, потому что он выходил из того места, где свет чинили, значит, он чинил там саботаж, всё. Ну, зная, какая Костя крыса, мне кажется, то, что все же предатель он, но ладно, мы не будем делать поспешные выводы. Ну, тогда пропускаем, получается, да? Не знаю, как у меня получилось... Но меня никто не спалил. И Рейд шел ко мне спиной, когда я просто убегал от трупа. И, кстати, сегодня с нами играет Ксюха, вот. Это не Стасик, это Ксюха-жопа, которая вот та самая. Учитывая, что она новенькая, в принципе, все новенькие заслуживают то, чтобы стукнуть им по башке. Ну а чё, как бы? Поэтому берем, выключаем свет на всякий случай. Давай сюда, Ксюшечка, давай, давай сюда внутрь. Заходи, заходи, дорогая моя, не стесняйся. Мы новеньких принимаем с распростертыми объятиями. Вот как-то вот так. И сейчас в люк, чтобы меня никто не спалил. Костя, в люк! Дуриманда Петровна, ну, я же говорю то, что сейчас на Костю будут валить, ну, какой-то... Ребята, это Херей, ну ты, блин, ну ты палишься дико, ну, понимаете? Он такой берет, убивает чувака и идёт прямо вперед. А там, короче, были... Я, кто-то там еще. И, в общем, да, я видел Херейда, как он шел оттуда. Подожди. Он даже его не зарепортил. Это, Ксюха, пропала. Ксюха пропала, ты че, Херейд? Ксюху только что кокнул у Кости на глазах? Костя, ты больной? Я ходил один. Кто с ним был? Вот он говорит, что он увидел меня, когда рядом с ним кто-то был. Кто с ним был? Я пробегал мимо Кости... И он бегал возле меня, выполнял задание. Потом я убежал вообще в другую комнату. И он нашел где-то труп тоже на улице, да, Костя, ты сказал? Да. Ну вот. А может нет? Я ходил один и выполнял задание. Подождите, давайте начнем с того, то, что банана сегодня нет. Потому что у него мама вроде забрала компьютер, и банан сегодня с нами играть не может. Но неважно. Сегодня, кроме как на серого, не на кого валить.
Получается то, что что серый убийца, да, Харейд? А разрешите поинтересоваться, вот ты с Костей спойл, а почему ты сейчас его защищаешь? Потому что ты серый! Он серый! Все, давай быстро за серого выбрасываем его, но если Костя спалил его по наличным, ну все, до свидания, Харейд. Ребят, ну не совершайте ошибку, ребят, помяните мое слово. То, что ты серый, это уже ошибка, Харейд. Ну, Костя, молодец, конечно. Я-то думал, то, что Костю кто-то спалил, потому что он пробегал возле того места, где был труп. А Костя начал на Харейда гнать. У Харейда самая простая мишень, чтобы обвинить его в покушении на убийство. Вот он, бежит, чемпион всех предателей. Костя, стой там, возле того выхода, я буду здесь стоять. Если кто-то заходит вот сюда, сразу его пердохаем. Опа, карась. Выключаем свет. Вот так вот. Карасёчечек. Папа-ра-па-пам. И валим отсюда. Свет восстановили. Валим с этой комнаты. И вот туда, в люк. Быстро, пока меня никто не заметил, спрячусь вот здесь. Немножечко саботажа никогда не помешает. Давай, идем вот это в другую сторону. Ой-ой-ой, сейчас все взорвется к чертовой бабушке. Вот туда, Костя, иди помогай, а я пойду займу удобную позицию. Мою любимую, возле сральника, если кто-то здесь будет про... Почему у меня здесь появляется значок убийства? Кого я здесь убить-то могу? Вот здесь я никого не могу убить, а здесь могу. Здесь... Так... Кто-то в сральнике, что ли? Ага, я не мешаю, я занимайтесь своими делами. Я просто пойду и с другой стороны, вот здесь, где она стоит... Лера, я сам не понял, что сейчас было, честное слово. Брат, я признаю, что я крыса, но мы с тобой просто чистые крысы, вот настоящие. Братья крысы просто. Вы, короче, понимаете, это мой новый братишка, мы с ним две крысы, братья. Все, Костя, мы поняли, хватит. Что это сейчас? Почему вы вдвоем убийцы? Вы можете это как-то объяснить, а? Да я сам откуда знаю? Я сам изначально сказал, что это шанс на миллиард. Ну вот, вселенная так распорядилась, то, что братья-крысы вот это объединились в одну команду, да? Лера, я не знаю, как я тебя убил, хватит бомбить через стенку. Но это чистая случайность. Да, все, ребят, ну крысы, с кем не бывает. Вот мы все здесь крысы, давайте. Второй раунд. Погнали. Да что ж ты будешь делать? Я не знаю, что происходит, но походу Among Us меня обожает. Второй раз подряд предатель, но сейчас я и карась. Так. Надо, главное, убить Костю, чтобы он опять посчитал, что я крыса. А как по-другому? И опять через стенку, что самое главное, вот здесь, возле сральника. Карась, не подведи меня, пожалуйста. Ну зачем вы идете в мою любимую точку? Возле сральника, ну здесь просто грех кого-то не убить. Двери открылись, и почти меня кто-то спалил. А, нет, двери, походу, просто залагали. Вот, поэтому я закрою здесь сральники и просто буду ждать, пока сюда кто-то придет, и сразу же его здесь кокну на этом же месте. И ждем, чтобы сюда кто-то пришел. Допустим, Харейд и, допустим, Карась! Карась. Это просто гениально. Это просто гениально. Все, тогда смотри. Стоим просто здесь, на этом месте, и ждем, пока сюда все придут. Вот, допустим, бежит сюда Лерочка. Вот, Лерочка сейчас зайдет сюда, увидит трупы, и мы Лерочку кокнем на вот этом месте. Вот, Лерочка, Карась, ждем, пока сюда еще кто-то придет. Выключаем свет.
Сейчас, короче, здесь устроим настоящее кладбище. Каждый, кто сюда будет приходить, каждого будем кокать сразу. Вот. Это была самая простая игра в моей жизни. Я вам честно говорю. Вы что за кладбище трупаков там сделали? Просто, это вообще самое гениальное, что можно было придумать. Я с Херейдом иду вот эту дезинфекацию. Он выходит, ничего не видит, а я вижу и убиваю его. А потом все по одному заходят и, как говорил, вот это кладбище. А где, кстати, Костя был? Кто Костя? А, Костя, не Костя, тебя никто не убил. Знаешь, в чем дело? Я бы сказал, что ты крыс, но из-за того, что меня не убили, я не буду этого говорить. Впервые я рад. Ты не говоришь, что я крыса, потому что мы с тобой братья-крысы, Костя. Вот, просто сейчас на вот эту игру кто-то другой со мной был братом. Вот, карась, допустим. Все, я вам обещаю, вот прям клянусь всем то, что сейчас я 100% не буду предателем. Честно, я уже даже не хочу быть предателем, но меня как будто заставляют. Все, давайте. Третий раунд. Погнали, мать моя женщина. Слава яйцам! Куриным, конечно же, как еще? Ну, я бы даже не хотел, чтобы я в третий раз подряд предателем был. Херет, я тебе клянусь, на меня даже так не смотри, я точно не предатель. Все, иди отсюда. А я еще плюс к этому всему карту поменял с Северного полюса на вот этот космический корабль. Потому что, ну, хватит, мы уже там сраки себе поотмораживали до потери пульса. Какое бы задание выбрать? Левое или правое? Ну, наверное, сначала левое, а потом правое. Вот это простое. Просто вот так две кнопки нажимаешь, и сразу же другое. А здесь надо с помощью лопаты вот эту вот фигню тоже в мусорку выбросить. По теории вероятности, Костя сейчас 100% не может быть предателем. Карась тоже не может быть предателем, потому что уже как бы хватит. По 20-му разу подряд я сомневаюсь, что это так работает. Поэтому я сейчас пойду в камеры и просто буду за всеми наблюдать, если здесь никто не занял мое место. Вот, допустим, отсюда. Ага, вот бежит Костечка, и за ним бежит Отомчик. Все понятно. И за ними бежит Ксюха. У Леры, походу, опять какие-то осложнения в голове пошли. Она опять себя очень странно ведет. И сзади идет Карась, который себя тоже очень странно ведет. Вы что, тут кокнулись все, что ли, в этой игре? Господи, ненормальные, честное слово. Давайте еще вчетвером так походите и пошифтите мне здесь. Вы что, издеваетесь, что ли? Я же пошутил! Вот и первый трупачелло. Я, короче, бегала тут около электричества, увидела труп, пыталась там его возродить, я не знаю, типа. Я пыталась сделать все, что угодно, чтобы он выжил. Но я не понимаю, что происходит. Вы успокойтесь, пожалуйста! Подожди, стойте. Ты, Ксюха, говоришь, что ты нашла труп, да? А кого убили? Я не видела, я не знаю, кто это. Костю Голубого убили! А это случайно, Отомчик, не совпадение, а то, что ты шел за Костей, я, кстати, это видел, а за вами потом побежала Ксюха, и Ксюха нашла труп Кости. А, Отомчик, где ты был в этот момент? Я был, шел в электрик, там что-то произошло, вот увидел какой-то угол или люк, что это было, я сам не понял. И вот вижу там еще вот какого-то Голубого. И потом все. Чё все? Все. Темнота. У кого темнота? У Голубого или у тебя темнота? У меня темнота. Темнота от того, что ты убил Голубого? Да, я вроде ни у кого не убивал. Но первое слово он сказал: да, я вроде никого не убивал. Это Отомчик, 100%, я вам гарантирую, я его по камерах видел. Где-то он, я видела, как он что-то в руках таскал, потом хоп, и исчезло сразу же. И Кости нету, мне кажется, это все-таки он это все сделал. Ага, все, давай, до свидания.
Одного убийцу мы кокнули, я уверен на 100%, то что это был Отомчик. Остался еще один, последний. Кто это может быть? Да вы что, кокнули сегодня все? Они все так ходить будут, что ли, до конца игры? Или я не понимаю? Да... Ненормальные! Так, на камерах никого, все пытаются не палиться. Значит, Мия, идем с тобой и выполняем задание, чтобы затащить как можно скорее. Ненавижу тебя, картошка. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Это я один сейчас только это слышал? Ненавижу тебя, картошка. Да, кто-то походу спалился и забыл выключить микрофон. А кто это говорил? Ищите труп. Возможно, сейчас картошку именно и кокнули. Карась, беги, давай, ищи трупак. Кто сказал то, что он ненавидит картошку? И кто сейчас смотрит через камеры? Карась! Кто сейчас сказал то, что он ненавидит картошку? Походу, кто-то сейчас забыл выключить микрофон. И дайте я угадаю, убили именно картошку, да? Это Мия, наверное. Слушайте, ну это 100% был женский голос. Поэтому это не Карась и это не Херейд. Мия, а ну скажи, пожалуйста, ненавижу тебя, картошка. Будем просто сейчас сравнивать голоса. Ненавижу тебя, картошка. Не, это точно не она. Ксюха, скажи ты. Ненавижу тебя, картошка. А ну скажи ты, Лера. Ты, в принципе, вообще никогда не разговариваешь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Лера включала микрофон? Она же никогда не разговаривает. Даже никто не знает до сих пор, как звучит ее голос. Лера, это ты была? Лера! Она, походу, разговаривает, но только тогда, когда никто не слышит. Это ты была, собака сутулая! Просто забыла микрофон выключить! Все ясно, Лера? Спалилась, да? А ну давай скажи тогда голосом, то что ты ненавидишь картоху. Мы просто сравним голоса. А ну давай скажи. Лера, скажи давай, или мы тебя кокаем! Она не будет разговаривать, нет, она никогда с нами не разговаривает. Она даже до сих пор в чате пишет то, что это Ксюха. Но слушайте, есть хороший способ проверить, это был голос Леры или нет. Голосуем за Леру, прямо сейчас, давайте. В любом случае, если мы ошиблись, без разницы. Но если это Лера будет убийцей, мы узнаем, как звучит голос Леры. Это была Лера! Ах, ты ж собака сутулая! Значит, ты все же разговариваешь, просто походу стесняешься. Это она забыла, это она случайно включила свой микрофон. Скажи, пожалуйста, Лера, какое плохое зло я тебе сделала, что ты меня так ненавидишь? Я-то думала, мы с тобой сестры, что ты меня любишь. Лера, я тебя всей душой люблю, а ты так просто со мной поступила. Лера, я считаю, это не по-сестрински, Лера. Она просто сказала то, что она ненавидит картошку и кокнула ее. Лера, это была ты. Это Ксюха. Да какая Ксюха? Это голос не Ксюхи был. Лера! Ты разговариваешь?